Всем привет, YouTube привет. Сегодня вот речь пойдет о вот таких вот экранчиках. Вот. Для того, чтобы поставить на грубую плоскость, я применяю вот такие экранчики. Я их просто беру, вот так скотчем наклеиваю на лампу. Ну и естественно, что мы видим? Мы видим там, где у нас ямки, линии расходятся. Где наоборот возвышенности линии сходятся. Вот это очень удобно, поскольку вот эта лампа не оборудована дополнительным местом, чтобы можно было этот экран подставлять. Я пользуюсь вот таким вот скотчем, подставляю в лампочку такой экранчик, приклеиваю как раз к непосредственно самому экрану. И что в итоге получается? Сейчас я сниму поподробнее, что получилось. На тех экранах, которые белые, вот такие обычные, вот на этих никаких проблем нет. Вот, наклеил. Там как тебе надо, допустим, на эту полосу или на эту полосу, приклеиваешь, убираешь, никаких проблем. Вот здесь есть шелкография только вот в этом месте. А на вот таких экранах, на лимончиках, там где есть шелкография, вот что получается. Покрытие утрачено. Вообще вот это покрытие, так называемая шелкография, вот мы ее видим, это очень тонкое типографское такое покрытие, достаточно нежное, которое боится активных растворителей и прочего. С ними надо очень нежными быть. Что в итоге я придумал, чтобы вот такого не было? Конечно, это не сильно большая утрата и потеря, вот эти вот два кусочка, ничего страшного, но я просто-напросто взял, перевернул на эту сторону, особо большой разницы я не увидел. Вот эти кнопочки, они тоже выщелкиваются и переворачиваются другой стороной. Сейчас покажу. И уже на эту обратную сторону, где нет шелкографии, можно спокойно приклеивать вот такое же все. Кнопочки я перевернул, да, вот этих красивых надписей не видно, но когда ты работаешь долго, все это уже делается на ощупь. Вот, как мы видим, никаких проблем нету. Все выставляется ярче там, громче, тише и так далее. Но вот этот экранчик уже остается целым. Особой разницы, может меня, конечно, кто-то и поправит, особой разницы я для себя не увидел, но экран останется живым и чистым, вот, и шелкография будет работать. Это для того, чтобы рассеивать, делать нужный другой оттенок. Вот так я вышел из положения. Еще раз покажу кнопочки. Сейчас выключу. Кнопочки перевернул, чтобы они нажимали. И все. И вот таким образом можно спокойно работать, не боясь, что поверхность экрана будет повреждена. У кого какие поумнее мысли возникнут, пишите, рассказывайте. Вот. Я просто знаю, что вот эта поверхность, еще раз повторюсь, достаточно нежная. И взять ее там каким-то лаком вскрыть или еще чем-то. Ну, можно просто навернуть. И она вообще сползет, отлезет. Потому что еще раз замечу, что очень тоненькое вот такое покрытие, но нежнейшее. Его можно там только условно мыльной водичкой протирать и насухо. А какими-то растворителями, бензинами там и прочим, она просто облезла.